маленького Богдана свое понимание храбрости. И это своя, другая война – стойко вынести лечение в больнице. Мальчик сам провел долгое время в палатах и теперь поддерживает сверстников и передает им то, что когда-то его отвлекало от болезни. Цветную бумагу, альбомы и фломастеры. Им будет интересно рисовать или что-нибудь сворачивать из бумаги. Для меня это, наверное, было какое-то решение моих внутренних потребностей. Mm-hmm. И поэтому с ребенком обсудили, и вот приняли такое решение. А когда узнали, что акция вот Лариса Анатольевна подтвердит, как бы мы еще докупили, еще раз пришли, принесли. Ну, потому что поняли, что это действительно это важно. Людмила рассказывает, помочь малышам задумала давно. И когда увидела объявление о коробке храбрости, принесла с сыном несколько пакетов канцелярии. За 3 месяца, что длилась благотворительная акция, 125-я школа стала самой популярной площадкой. Тетради, куклы, машинки, конструктор, ученики не скупились. У коробок храбрости было 8 адресов. Все, что пожертвовали барнаульцы онкопациентам, сегодня привезли в отделение. Кто у нас медиком хочет быть? Дети, чья борьба с онкологией часто напрямую зависит от эмоционального состояния, с головой нырнули в подарки. Второй Новый год не иначе. Этих Дедов Морозов малыши не знают, но благодарны им не меньше. Говорят, чувствуют неравнодушие горожан. Я чую, что они о нас заботятся. Они нам помогают. Они в лучи от нас это радуют. Мне помогают не падать духом друзья, родственники и... Самое главное, что это любовь. Хочется помочь, хочется подарить вот теплоту, материнство, любовь, заботу. Здесь вот несколько этажей в больнице. Мы решили продолжать еще участвовать в этом. Допустим, есть хирургия, есть еще детские отделения другие. Наполнить следующие коробки храбрости горожане смогут уже в этом году. А пока общественники решили дарить детям не только подарки, но и полезные навыки и проводить в отделении специальные мероприятия для малышей. Например, научить их правильно переходить дорогу. Присоединиться к добрым делам организаторы приглашают всех желающих. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Павел Лауронин. Наши новости.